Хей, йо, гайз, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру под названием After Dead. Так, окей, погнали. Мы с прошлой серии с вами убили босса, получили два апгрейда. Первый апгрейд это у нас, чтобы юзать деф, а второй апгрейд это у нас юзание магии. Поэтому идем с вами к телепорту. Телепортируемся сюда и отправляемся дальше. Почему я не пойду сюда? А, потому что если я туда пойду, мне там все равно нужен. Хотя. Мне кажется, там нужен этот. Способность будет. Да, мне здесь способность нужна, чтобы туда попасть. Способность, по идее, эту я получу в следующей локации, куда мы сейчас отправляемся с вами. Отправляемся, отправляемся. Так, здесь у нас улучшенные ворота. Сколько вообще видов ворот есть? Много. Много-много видов ворот. Сколько их тут? Много. Много-много скелетов. Есть ли другие версии таких же врагов? Конечно, есть. Так, сохранились. Так, нам, короче, сюда нужно отправляться. Здесь у нас, видите, скелеты уже такие есть. Не помню, что здесь у меня. Или помню. Сейчас чекнем. А, мне двойной прыжок нужен. Да то, что они типа под землю уходят, меня так бесит. Сейчас тут еще такой тип врагов будет тупой. Как до него еще дойти нужно? А, вот оно. Ну, типа, они легкие, но все же. Это тоже локация, типа, запутанная. Все запутанное. Манайт. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, давайте в ту сторону. Я не помню, что в той стороне. А, вспомнил. Не, а в той стороне. Подожди, а мне ж не нужно, да, замораживать, кажется. Не нужно. Блядь. Тупой тотем. Так, здесь мне нужно... Ясно. Сюда раном. Thank you.
Так, кто-то мне не попасть. Сейчас. Или попасть, стоять. Попасть, все. Сука. Жалко то, что я верх не могу бить. Ну, замор... А, хотя... Не помню, ладно. Так, пока что я правильно иду. Так, а давайте я в ту сторону сбегаю еще посмотрю. А, я туда не попаду. Так, у меня хп мало. Всегда около боссов были сохранялки, поэтому... Ладно. Две хилки тоже достаточно будет, я думаю. Буду надеяться на это, по крайней мере. О, нет, сюда рано. Плюс хил. Так, хорошо. Восполняем хп. Идем к боссу. Я не помню на самом деле, кто здесь был босс. Сейчас вспомним. Ай, сраное растение. Боже. И такой босс... Ладно. Короче, что он... тактика против босса этого? Он юзает взрывных жуков. Они наносят тоже урон, понятное дело. Все, один есть. Осталось еще два. Сука. Вонючка ебаная. А. Тихо. Ну, против этого уже легко. Механика, что я говорю вам. Приседаем, атакуем. Все. Легко. Забран, забран, забран. Так, давайте, наверное, все-таки сбегу на отхил. Чтобы если меня прижали, чтобы с боссом заново не драться. А то у меня такая херь уже была. Именно с этим боссом. И еще с некоторым. Когда я типа думаю, да, зачем, пойду до следующей хилки. А когда меня потом отпиздили, было вкусно. Is that him? Это ты? Да. Я не знаю, Нао Лонг как долго был здесь. Ох. Невероятно. Ты этот портал Soul Wheel Protector. На нем, короче, лежат ботиночки. Сапоги протектора. Да-да-да, you can jump. Double jump. Так, а теперь мы можем походить на некоторые места, куда мы не могли попасть раньше. Так. Ту-ту-ту, ту-ту-то. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мне бы этот
А доп ячейку с юзнем. Ай. Ай-яй-яй. Сюда, кажется, тоже была рано идти. Сюда, кажется, тоже рано идти. Да, я из-за этой локации тогда сдох. И цветок убивал заново. Что там нужно сделать? Там мне нужно этот, другой костюм. Вот что мне там нужно. Тун-ту-ту-тун. Давай. Так, а почему я туда дальше не пошел вниз? Слушай, я попробую вспомнить. Попробую вспомнить, почему я туда не пошел. А, вспомнил. Сдается мне, что-то меня обманывает. Так, ладно, сохранились. Нам бы портал где-то найти. Там 4, кажется, удара, да, нужно. Так, вниз. Так, хорошо, мемориал телепорта. Отлично. Так, у нас еще есть внизу там куда-то проход. Да? Да. Или подожди, или он там не совмещенный? Не, он совмещенный. Упс. Я нечаянно. А ёлки-палки, ты что, офигел? А там прохода нет, всё равно. А ёлы пала. Вот, вот с чем они меня бесят? Вот эти, блин. Бесят аж. Бесят не по-детски. Так, здесь мне нужен... Подожди, а если я просто проеду там... Вот, все. Ага, карта, хорошо. Спасибо. Карта. Погнали вниз. Угу, все, я ушел вниз.
Проверяем. Так, давайте дальше вспоминаю, где мне поможет двойной прыжок. А, кажется, вспомнил. Куда я бегу, блядь? Легче к телепорту вернуться. Легче к телепорту добежать. Так, а мне нужно сюда, да? Или нет? Стоять. Куда мне нужно? Да. Плюс еще один убитый враг. Вспоминаем. Так, а что по низу стоять? Давайте вниз. Почему я вниз тогда не пошел? А, все, вспомнил. Все, вопросы пропали. Так, вот здесь, по идее, могу пройти. Да? Сука. Хочу больше активок! Больше активки! Ага. А теперь как мне вернуться обратно? А, ну тогда нормально. Все. Идем тогда дальше изучать местность. Вот, видите, единственное, вот я из-за этого и говорил, что типа нам приходится только по одной и той же локации бегать по несколько раз. Так, а че я туда не пошел? Там, кажется, улучшенные врата, да? Да, там улучшенные врата. Там все равно сохранялка. Так, дальше. Наверх. Наверх по левой стороне. Или что там было? Чисто слева. Там, кажется, паутина была. А не. Да. А не. Да. А нет. А да, не, а нет. А если вниз? На эту. Нормально. Угу, нормально. Дошел. Так, вот это вот у нас, да. This power, это мощь. Это мощь чего?
Окей. Это power, говорит она. Или он, не знаю. Так, хорошо, мне сюда еще нужно будет прийти. Так, это если что, мы этот пришли. Предыдущую локацию. Там, где сохранялка. Это где, да, вот здесь я не мог запрыгнуть. Фух, хорошо, теперь мне нужно наверх. И быстро. Туда-сюда сейчас эта серия закончится. Бежали. Побежали, побежали. Да ёлки-палки, опять эта фигня. Нужно тайминг подгадывать. Вот где моя мощь? Было сказано, мощь. Ты получишь мощь. Бля, теперь ждать. Ну, босс видно где, ладно. Так, а с той стороны у нас что? Ладно, пойдемте в ту сторону. Да нам еще рано. Ладно, давайте тогда сохранялку найду. Буду заканчивать. Я думаю, почему мне, когда я power поднял, мне не дали энергии. Или там скорость набирания. Кажется, скорость, да, набирания? Вот здесь я помню, я тогда затупил. И очень много раз бегал, потому что я не увидел прохода здесь. Так, местный портал. Ладно, давайте, короче, я... ТП-хнемся, сохранимся и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.